Я вижу. Прыгающие, и ты стабилизируешь, что там обрезаются края. Обратил внимание? Ну, возможно, да, потому что... Что такое? Блин, ну что, возвращаемся, мы теперь не туда идти. Ну какая разница, где-то же выйдем. Thank you.
Ты так сможешь проехать, как Руслан? Как? Ну вот так вот. А, я думаю, что да. Я думаю, что не стоит это делать. Смотри, как странно получается. Ну, хотелось бы, конечно, вокруг проехать. Ну так проедем, что ли? Смотри, вот, вот эта дорога пошла. Серенькая, вот она, видишь? Ну. Пошла, пошла, вокруг озера вот так вот огибает, да, да. Огибает. Ну, вот озеро здесь, оно вот идет вокруг озера и вот здесь вот заканчивается. А если приблизить, то тут вообще никаких дорожек больше и нет. И что делать? Ну мы заедем туда. Ну тут такой участок остается, а потом можно выехать. Ну озеро большое, слушай. Не, ну мы проедем, нет, так мы вернемся. Ну. Да хотелось бы уже вокруг объехать. Ну объедем, конечно. Просто такая дорожка вроде. Ну упремся, обратно поедем. Да, но там кусок и до дороги можно как-то. Ловим рыбу? Да. Ну давай удочки. Ну, давай где-то приватчик сделаем. Ну вон дерево есть. Коля, вон дерево. Коля, не надо, не надо. Ну что, споймали что-нибудь? Нет, нет. Ничего? Вообще? Блин, жалко. Нет, ничего не споймали.
А ветер, какая рыба? Thank you.